Несмотря на не самую праздничную погоду, в Ульяновске традиционно прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества. К вечному огню возложили цветы все неравнодушные. Среди участников митинга оказался и губернатор Сергей Морозов. Очень важно, что в нашем календаре есть такой день, когда мы вновь можем обратиться к их подвигам. День, который служит символом не только необыкновенной мужественности и чести, но и всенародного единства. Кроме того, в митинге участвовали ветераны боевых действий, представители исполнительных органов власти, депутаты законодательного собрания, молодежных общественных организаций и волонтеры. Этот праздник всей страны, всего города, потому что каждый митинг, который проводится, он относится ко всей истории России, ко всей истории нашего Отечества. И я считаю, что каждый человек должен знать и чтить память своей страны. В праздничные дни в регионе пройдет ряд тематических мероприятий, среди которых концерты, соревнования, музейные уроки, торжественные линейки. По словам специалистов Министерства образования, в мероприятиях будет задействовано порядка 120 тысяч школьников и студентов. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.